Я хочу рассказать о некоторых интересных результатах открытий, которые сделаны за последние три десятилетия. Это главным образом французские археологические находки в Сирии и в Малой Азии. Большая часть этих работ была связана с открытием, которое сделали итальянские археологи в 80-х годах прошлого 20 века. Они нашли огромный город Эбла, город, который существовал в третьем тысячелетии до нашей эры, было 250 000 жителей, уже вполне развитый финансовый капитализм, полное такое торговое процветание. Город существовал несколько веков, потом погиб при полузагадочных обстоятельствах, которые описаны в очень интересном недавно найденном тексте, где рассказывается, как боги решили наказать Эблу за то, что она отказалась от одного старинного обычая. Но так или иначе, открытие Эблы – это было новое слово в изучении Древнего Востока. Следующее было крупное открытие, сделанное французскими археологами, открытие местности, которая называется Мари. Это третье и второе тысячелетие до нашей эры. И, наконец, Эмар. Это область, о которой я буду больше всего сегодня рассказывать. Она была захвачена хеттами. Основное хеттское государство было в Малой Азии, а Эмар – это часть Сирии, которая была захвачена хеттами. Я буду рассказывать о том, какого рода религиозные обряды были там введены отчасти хеттами, отчасти продолжены по традициям. Таким образом, основные места, которые я описываю, это Эбла, Мари и более позднее Эмар и хеттское государство. То есть это будет Древняя Малая Азия и разные части, преимущественно Северной Сирии. Время действия третье тысячелетие и второе тысячелетие. Больше я буду говорить о втором тысячелетии, больше документов. Текстов найдено очень много. Много археологических находок, которые можно соотнести с этими текстами. Так что я буду излагать самые последние результаты. Основной вывод, который следует из всех этих находок, это что существовало два типа поклонения божествам. Можно было поклоняться божеству в его как бы первоначальном чистом виде. Например, можно было поклоняться камню и считать, что вот этот камень – это воплощение божества. Мы будем пользоваться условным термином «поставленные камни». Я не знал, как по-русски сказать «стоячие камни», «стоящие камни». Может быть, поставленные по-французски – это будет «дрессе», то есть «установленные камни». Дело в том, что эти камни – которые обычно устанавливаются во время ритуала. То есть поставленные камни – это значит, что они поставлены теми, кто жрецами, которые подготовили этот ритуал. А второй вид поклонения богам, тот, который мы все знаем, когда поклоняются какому-то воплощению, например, скульптуре, статуе. Представляете, что открыто? Открыто, что существовала древняя система поклонения божествам в виде камней, поставленных камней, а потом от этой системы перешли к поклонению статуям. Это описывается в тексте. То есть в тексте говорится, вот было четыре камня, которые воплощали поклонение таким-то божествам. Теперь этим божествам по повелению царя будут поклоняться в их образе таких вот скульптур. Скульптуры могут быть изображающие животных, например, быка, или изображающие людей. Ну, мужские божества изображаются обычно мужчинами, изображенными как солдат, король и так далее. И женские божества
обозначаются скульптурами женщин. Вот это такое поразительное открытие, потому что мы, конечно, знаем, что до сих пор сохранились следы поклонения камням как таковым. Ну, знаменитый пример – это основа исламского современного культа. Это до сих пор поклоняются некоторым священным камням, существовавшим еще во времена основания мусульманства Магомета. Но мы не знали, до какой степени это было распространено во всех странах Древнего Востока, и как постепенно, примерно в одно время, где-то во втором тысячелетии до нашей эры, одна форма поклонения божествам постепенно, достаточно быстро сменилась другой формой. В текстах Эблы, которые написаны на нескольких языках, традиционном шумерском языке и на нескольких семитских языках, аккадском и эблоидском, но все они написаны клинописью. Вот в этих текстах Эблы для описания того, что я называю поставленные камни, используется ложная логограмма. Логограмма – это значит иероглифический знак, который обозначает комбинацию двух понятий, двух значений. Сложная логограмма, которая читалась фонетически «нару», «на» в шумерском языке, самом древнем из этих принаписанных языков, означало «камень», «нару» – это поставленный камень. Вот камень, который в чистом виде воплощает идею данного божества. В тех традициях, где, как в Сирии и в Малой Азии, сосуществовали долго в течение того периода, о котором я рассказываю, второго тысячелетия до нашей эры, долго сосуществовали, одновременно практиковались оба вида поклонения божествам, существовала очень интересная традиция, обычай. Статуи, которые воплощают идею Бога в виде изображения, то есть статуи, которые передают культурную идею, идею, связанную уже с некоторым набором представления о религии, такую статую выносят из города. Ну, реально речь идет о городе Эмар. Представьте, что границы города означались во всех древних мифологиях специальными воротами. Было несколько ворот, через которые входили в город или выходили из города. И существовали специальные ворота, поставленных с камней. Для чего они были нужны? Статую выносили через эти ворота. Она переставала быть частью городской жизни, она превращалась в часть природы. И это очень подробно описано в текстах. И там описано, что, например, желательно статую отвести во время церемонии к реке, или еще лучше, если это будет река, около которой растут такие священные деревья, как тополи. То есть необходимо приобщить вот этот образ божества, приобщить к его первоначальной природной основе. То есть тут не просто противопоставление природы и культуры, города и села, как мы бы сказали, города и деревенской жизни, а противопоставление того, как мы молимся богам в городе и как мы молимся богам на природе, за пределами городской черты, городской стены, за воротами, которые для этого установлены. Вот эти церемонии вынесения статуи за пределы города – это какое-то очень интересное приобщение
того, что создано человеческой культурой, к ее природным, порождающим ее природным обстоятельствам. Ну, сразу возникает вопрос, что это речь идет о том, что это две разные степени древности культуры или соотношение более сложное. Я склонен думать, что более сложное, потому что я могу привести примеры из вот, недавних раскопок, из которых видно, что не обязательно только древние боги имели вот эти проявления своей силы в виде установленных камней. Это касается и относительно новых богов. Я разберу случай одного конкретного бога, об имени которого мы достаточно много знаем. Имя этого бога в Эмаре и в других областях, прилегающих, которые я рассказывал, это Даган, это бог плодородия. И представьте, это, по-видимому, слово, которое было заимствовано в западносемитские языки из каких-то индоевропейских диалектов. Видимо, очень древнее заимствование. Эту мысль высказывал выдающийся израильский фитолог Зингер, недавно умерший. Ну и другие ученые тоже приходили к этому выводу. В частности, Сергей Анатольевич Старостин полагал, что это одно из тех западносемитских слов, которые заимствованы у индоевропейцев в очень древнее время. Он считал, что это очень важно для выяснения того, где и когда индоевропейцы взаимодействовали с семитами. То есть получается, что это взаимодействие происходило в раннюю пору неолита, когда возникает само представление о необходимости молиться Богу плодородия. А как молиться Богу плодородия? Представьте, в текстах, которые я вам описывал, в хетских текстах и текстах города Эмар, много раз рассказывается, что колесница Бога Дагана должна пройти между нескольких установленных камней. То есть устанавливаются камни, которые воплощают идею Бога в таком чистом природном виде. И изображение Бога плодородия должно быть проведено между этими камнями, то есть как бы ну, в таком немножко переносном смысле я бы сказал, что этот бог перестает быть просто домашним, свойственным только этому городу, только этой культуре. Его выносят за пределы города и культуры. Он опять приобщается к природе. И это происходит путем этого обычая проведения статуи через камни, которые воплощают божество. Вот это, мне кажется, искренне интересно. Но я тоже не хотел бы преувеличивать. То есть я не думаю, что все культы такого рода поздние. Вот этот культ Дагана явно происходит вот в то время, когда возник неолит, возникла необходимость молиться Богу плодородия, и это стали делать такой новой формой. Дело в том, что есть свидетельства того, что и очень древние боги, например, боги Солнца и Луны, мы склонны думать, что это из числа первых объектов поклонения. Человек начинает с поклонения небесным светилам. И вот представьте, что боги Солнца и Луны тоже могут быть почтены таким же образом, то есть тоже их изображения, скульптуры, которые их воплощают, приводятся в соответствие с природными символами, с камнями как таковыми, которые воплощают идею природного божества. То есть, если мы можем говорить о каких-то двух основных силах
которые есть в этой старой цивилизации, так же, как и в нашей цивилизации. Одна сила связана с энергией нового большого города, который пользуется всеми преимуществами, получаемыми благодаря открытиям человека. А с другой стороны, существует сила природы, которая первична и необходимо как бы снова и снова заряжать богов вот этой силой, чтобы она не ушла. Что, какие основные ритуальные операции происходят во время вот этих вновь открытых обрядов? Первое и основное, о чем я говорю, это перемещение божества. Значит, божество выносится из города, чаще всего выносится воротам, предназначенным для этой операции, но желательно его вынести из города и поместить его в область, подходящую для хранения. Ну, например, поместить его около реки или под сень деревьев и так далее. Второе, это очень интересная особенность многих обрядов, в том числе и обрядов, связанных с упомянутым мной богом Даган, это то, что часть статуи или вся статуя должна закрываться тканью. Есть опасность. Опасность того, что что-то будет увидено. Существует как бы запрет на распространение тайного знания. Это тайное знание обнаруживается, усиливается во время ритуала, когда статуя заряжается опять природной силой. Ее надо потом закрыть. Эта статуя Дагана не должна быть все время открытой. Здесь возникает очень интересный вопрос. Почему вообще видение, зрение играет такую большую роль в мифологии и в ритуалах? Знаете, об этом чуть ли не первым задумался наш великий украинский и русский исследователь языка и мифологии Потебня еще в позапрошлом веке. Потебня разбирал игру в жмурки. Показал, что игра в жмурки – это как бы игровое представление смерти. А смерть связана с невидением. Грубо говоря, живые отличаются от мертвых тем, что живые не могут видеть мертвых, так же, как мертвые не могут видеть живых. Когда это нарушается, то происходит несчастье, как в повести Гоголя «Ви», где описано, как взгляд этого мифологического существа «Вия» может убивать живое существо, если оно попало под его взгляд. Эта идея Потебни была развита нашим замечательным специалистом по фольклору, всемирно известным Владимиром Яковлевичем Пропом. Он писал, анализ понятия слепоты мог бы привести к понятию невидимости. Слеп человек не сам по себе, а по отношению к чему-нибудь. Под слепотой может быть вскрыто понятие некоторой обоюдности невидимости. По отношению к Бабе-Яге, Потебня и потом Проб разбирали образ Бабы-Яги с этой точки зрения. По отношению к Яге это могло бы привести к переносу отношения мира живых в мир мертвых. Живые не видят мертвых точно так же, как мертвые не видят живых. В гоголевском «Ви» черти не видят казака, черти, могущие видеть живых, это как бы шаманы среди них, такие же, как живые шаманы, видящие мертвых, которых обыкновенные смертные не видят. И вот когда статуя, благодаря тем манипуляциям, о которых я рассказывал, заряжается этой природной силой, надо утаить эту силу. Взгляд статуи может оказаться опасным. Поэтому ее надо закрывать и раскрывать только в особых случаях, какие-то моменты, когда
статуи взаимодействуют с этими природными условиями, с поставленными камнями и так далее. Третье, кроме перемещения статуи и закрывания ее тканью, это изменение поверхности статуи. Это часто раскрашивание. Я об этом пишу и говорю еще и в других докладах и статьях. Раскрашивание статуи известно во многих ритуалах разных народов. Оно служит для того, чтобы показать, что статуя как бы жива. Для этого, прежде всего, ее раскрашивают кровью. Ей как бы придают то, чего в ней... В камне нет крови, но этот камень можно раскрасить кровью. Кровь иногда смешивали с мазью. Возможно, что это связано и с познанием особых запахов, благовонием. В связи с запахами я хотел бы сказать, что важная часть этих обрядов, о которых я рассказываю, так же, как и разных других обрядов, это кормление и поение статуи. Как накормить и напоить Бога? Главным образом это делается посредством сжигания пищи. Приносится жертва. Жертва – это должен сгореть там баран или бык, или то, что приносится в жертву. Боги воспринимают не то, что им грубо могут дать в виде пищи, они воспринимают только запахи, которые необходимо создать с помощью этого зажигания. И то же самое относится и к воскурению, к парам, которые могут вдыхать вместо того, чтобы пить какие-то напитки. И при этом важно, что эти пиршества касаются только богов, не касаются людей. Я хотел бы отметить, что в Эмаре и в Хеттском царстве в определенный период в 13 веке до нашей эры, то есть последние трети второго тысячелетия до нашей эры, намечается существенная религиозная реформа. Можно предположить, что в это время вообще религии меняются на Древнем Востоке. Вы знаете, что в Египте возникает новая религия Эхнатона. Что-то похожее у хеттов. И в частности, при царе Тудхалия в 13 веке возникает много новых интересных ритуалов, обрядов, в которых сталкиваются вот эти две возможности поклонения камням, то, что продолжает старую традицию, и такое впечатление, что Тудхалия в Сирии, во всяком случае, хотел продолжить эти древние обычаи. С другой стороны, тот же Тудхалия способствует постепенному развитию основной тенденции, которую историки религии называют, я думаю, правильно, тенденцией к антропоморфизации религии. Что значит антропоморфизация религии? Это значит замена чисто природных символов, прежде всего камней, о которых я говорю, замена чисто природных символов изображениями человека. Но это могут быть также изображения животных, но все-таки в большинстве религий это, в конце концов, изображение человека. Это начинается довольно рано, но расцветает во втором и первом тысячелетии до нашей эры и постепенно подготавливает такие новые религии, в которых главные существа оказываются просто не только богами, но и людьми, или соединение человека и Бога. В более ранних религиях
чисто природного свойства, это, конечно, было невозможно. Но вот антропоморфизация требует замены камней изображениями, скульптурами, в которых будет видно человека. Я хотел бы добавить несколько слов таких более специальных относительно терминологии. Терминология позволяет думать о том, что уже существует что-то вроде богословия. Я коснусь только нескольких слов, таких, для которых можно привести ясные объяснения, этимологические объяснения того, откуда это происходит слова. Есть очень интересная формула, которая встречается в связи с всеми теми обрядами, которые я описываю. Формула, которую по-русски можно перевести так. Божественность этого воплощения божества заключается в его сути. Божественность на хетском языке будет суньяхтар. Суньяхтар – это от основы сиуни, индоевропейское диу – бог, ну, от которого происходит латинское диес – деус, древнерусское див, древнерусское дивный. Между прочим, поскольку я говорил о том, что можно говорить, что вот эти изображения вместо камней – это как бы способ одомашнивания божества, я бы сказал, что все, что я описываю, это как бы различие домашних богов и диких богов. А дикий в древнерусском языке будет дивный, от этого же корня – ди. Этот корень «ди» в индоевропейском, он означает «бога», но он означает также дикую природу, в отличие от домашней природы. Так в русском, древнерусском языке, в славянских, балтийских языках, то есть это какая-то очень древняя особенность языка. Так божественность природы, божественность вот данного мифологического существа состоит в его сути. А суть на хетском языке это будет эсри, производная от глагола эс быть, бытие. То есть это можно перевести так. Можно перевести так. Божественность состоит в том, что мы представляем суть. Представление сути, кажется, связано с совершенно конкретными природными свойствами. Есть очень интересное описание, как создать вот это эсри. Представьте, для этого нужно иметь камни, и камни около воды. И оказывается, если есть камень, есть вода, то можно создать свой собственный идол, поклонение Богу. Есть очень интересные тексты, где описывается, как статуя лишается этого свойства иметь изображение. Например, если у воплощения Бога украсть глаза, представьте, есть такой миф, то в этом случае изображение Бога теряет свою суть, так и сказано. А потом эта суть возвращается, когда восстанавливается образ, у которого есть глаза. То есть это опять показывает роль глаз, роль коммуникации посредством взглядов и так далее. В самом заключении хочу совсем два слова сказать о некоторых совсем новых открытиях, которые сделаны в близкой области, тоже вот в этой области на стыке Малой Азии и Сирии, но время значительно более раннее, то есть мы отступаем на много веков. Представьте себе, самые последние поразительные открытия сделаны по отношению к XI веку до нашей эры, и там открыты
самые ранние способы поклонения божествам, которые восходят к времени перед самым неолитом. Это уже новая культура, культура, которая может строить большие сооружения, посвященные богам. Уже есть расслоение общества, и тем не менее в этой культуре еще мало технических достижений неолита. И вот в это время, 11 тысяч лет до Рождества Христова, то есть 13 тысяч лет до нас с вами, в это время уже появляются способы поклонения абстрактным божествам, таким как Солнце и Луна, появляются фигуративные изображения животных. Нет изображения человека, но есть изображение животных. И есть громадные общественные здания, создаваемые для совместных ритуалов вот этого древнего типа. Таким образом, мы сейчас можем проследить становление религии, ну, более или менее современного типа, то есть религии, у которой есть храмы, у которой есть изображения богов разного рода, природные и с помощью изображений. И это все развивается на протяжении примерно 10 тысяч лет. То есть то, что я вам сейчас рассказывал, это последний этап постепенного перерождения, когда религия из сравнительно простого поклонения силам природы все больше превращается в достаточно сложную концепцию, в которой все большую роль начинают играть люди. То есть возникает вот это антропоморфное представление о божестве, которое в какой-то степени продолжается во всех известных крупных религиях современного человечества. Благодарю вас за внимание.